Для подростков на время любых каникул. Предпринимательский интенсив. Мы относимся к ним как к взрослым людям, говорим с ним на языке предпринимательства, знакомим их с лидерами бизнес-сообщества нашего белорусского. Программа такого волшебного пинка молодым еще школьникам. Вы закончили школу, да, как вообще поняли, куда вам надо идти, что вам нужно делать, что вы хотите там заниматься бизнесом? С какими проблемами пришлось столкнуться в начале карьеры? Вопрос хороший, уже на 3 часа точно есть. Много новых впечатлений, знаний, мне все очень понравилось. Поездки в сами компании. То есть ребята были на заводе Coca-Cola, а также в офисе компании Тутбай. Прямо сейчас Юрий Анатольевич, основатель портала Тутбай, проводит мастер-класс для ребят. Под маркетингом поднимается любая деятельность, побуждающая потенциального потребителя приобрести товар. Почему люди готовы экономить на завтраках, чтобы купить себе новый телефон, тот же iPhone? У ребят можно видеть очень большой интерес, они очень внимательно слушают, они делятся какими-то секретами, рассказывают про пиар и про прочие интересные штуки. Ну, знаешь, что такое пиар, как он действует, как вообще создавался Тутбай, ну, очень интересно. Мы фокусировались на двух вещах. В первую очередь это на том, как правильно выставить структуру презентации продукта. И в этом у нас было игровое упражнение. Мы рекламировали те всякие необычные веселые вещи. Сегодня мы расскажем вам об одной очень интересной вещи, о которой вы узнаете в следующие 5 минут. Ну, я вам расскажу о ручном баклажане, расскажу, как мы его сделали и что он может для вас нового дать. Я очень-очень люблю работать с молодой аудиторией. Это люди, которые, в отличие от большинства взрослых, они не зажаты, они все еще раскрепощены. У них еще есть куча этой энергии, куча энтузиазма. Они еще не боятся делать что-то новое и пробовать меняться. Это интересно. 5 минут. Сейчас будут здесь решать финальный кейс, презентовать его и завершение программы. Сегодня дети сформировали команды, то есть они сформировали свои собственные компании, создали бренд, создали продукт. Звони приложение SmartWay. Посчитали все его характеристики, определили целевую аудиторию, каналы продвижения, каналы продаж, прибыли и убытки. И мы предлагаем вам купить его именно сейчас по выгодной цене всего за 10 долларов. А сколько вы вложили в это? Наш девиз – это не трать время на покупки. Это первая команда, которая такое сделала, большие молодцы за это. Можно учиться не только в школе, это очень важно. Мир настолько изменился, что пора уже искать другие формы обучения. И вот такой формат, который сделал Магур, очень полезен. В двух словах, очень интересно. Очень правильное мероприятие с точки зрения воспитания для родителей. Очень хорошо.